Алло, алло. О, сумел даже до третьего дня. Мои поздравления. В этот раз долго обладать не буду, так как Фредди в возрасте обычно активнее в течение недели. Кстати, я слышал, что Фредди становится намного активнее в темноте. Так что, я думаю, это еще одна причина не тратить всю энергию. Так? Также я хочу напомнить, на твоих камерах есть слепые зоны. Если ты не сможешь найти что-то или кого-то на них, то просто включи свет. У тебя будет немного времени реагировать. Ты, конечно, будешь в безопасности. Я ничего такого не имел в виду. Во всяком случае, я уверен, что у тебя все под контролем. Скоро поговорим. Ты можешь не скрывать, что меня хотят сожрать. Я уже в этом не сомневаюсь. Так, стоп. А что это за коробка? Там что, какие-то кассеты? Пожалуй, это то, что мне нужно. Так, наверное, стоит забрать их. Так, проверю-ка еще раз. Ну, и отлично тогда. Вперед за коробкой. О, черт! Это просто костюм. Я уж подумал, что это чертов кролик. Так. Где коробка? Что-то не могу я найти. Какие-то бумаги. А, вот она. Целая коробка кассет. Так, надеюсь, там именно то, что я ищу. А это что? Какие-то документы. Форма как у меня. Так, стоп, она что, вся в крови? Тут еще кого-то убили? Ладно, эту коробку я тоже возьму. Вот черт. Похоже, пора быстрее валить в офис. Так, без паники. Похоже, теперь курица хочет меня съесть. Мило. Так, кролика на сцене нету. Посмотрим тут. Да, он уже идет ко мне. Вы что, окружить меня захотели? Ладно, у меня еще 26%. Наверное, до конца ночи хватит. Так, а теперь проверим, здесь ли еще курица. Тихонько, там никого нет. О, черт! Она за окном! Конечно, так я и думал. Ладно, возьму коробку и пойду домой. Тут у нас какие-то рекламные постеры, бумажки. О, вот это уже интересно. Список сотрудников. Неудивительно, ночные охранники меняются очень часто. Я не думаю, что они уходят просто так. Кто станет устраиваться на работу и, проработав 1-2 недели, увольняться? Это же бред. О, кассета, то, что надо. Новым работникам и... от начальства, важно. Хотя, стоп. Тут же пленка вся порвана. Блин, тут в этой коробке вообще ничего полезного. Только зря время потратил. Хотя, пожалуй, тут что-то есть. Что это такое? Какой-то... дневник, наверное, прошлого охранника. Почти все страницы вырваны. О, хотя вот, что-то интересное. Привет, дневник. На выходных сходил на собеседование. Меня взяли местной пиццерии ночным охранником. Да, зарплата небольшая, но оно того стоит.
Пока я сижу и охраняю это место, мне разрешили писать книгу. Я смогу одновременно делать два дела. Иногда надо камеры проверять, да обход делать. Справлюсь. Все отлично. Вчера ночью написал несколько страниц книги. За долгое время сдвинулся с мертвой точки. В сырее все тихо, хотя мне казалось, что эти роботы смотрят на меня. Но это бред, наверное, мало спал. К счастью, на кухне есть напитки. Кофе, кола, вода и так далее. Можно брать бесплатно. За это большое спасибо компании. Я клянусь, сегодня видео кролика не на сцене. Чертов заяц, по камерам был в другом месте. Я осмелился выйти из офиса только к 6 часам, а он уже был на сцене. Это чушь. С этого дня не буду ходить на кухню за напитками. Не хочу видеть их взгляды на себе. Заяц уже 2 часа стоит под моей дверью, и курица, похоже, тоже подходит. После вчерашнего меня заверили, что установят вместо этих деревянных дверей прочные, железные, но я этого не дождусь. Завтра пятница, 2 дня и выходные. Там двери установят. Спокойствие, нужно быть спокойнее. Дополнение. Не устраивайте сюда! Это мои последние минуты жизни. Курица пытается выбить дверь, и заяц тоже. Они, видимо, хотели меня окружить, не оставив выхода. Я спрячусь под столом, может, это получится. Дневник положу тут, прощайте. Надеюсь, моя книга выйдет в свет, и я смог ее закончить. Там больше записи нет. Что ж, похоже, его убили. Хватит на сегодня. Ничего же не хочется, лягу лучше спать. Я не могу.